Ну, безусловно, Каролина, как мы ее называем и знаем, она очень талантливый человек, она очень профессиональный человек. И самое главное, что она очень красивая женщина. Знаете, это очень важно, потому что порой бывает, профессионализм приходит тогда, когда, ну, как-то внешние данные начинают уже давать о себе знать. А у нее сейчас вот все как бы, все в сочетании. И талант, и хороший вокал, и профессионализм, и опыт, и очень вот такой для женщины потрясающий красивый внешний вид. Все, спасибо.